Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики сайта канала. Значит, сегодня мы показываем вам обогреватель, импульсно откатный обогреватель бестопливный. На принципе, видите, он работает на реле. На 1/10 секунды выдает ток. 1/10 секунды. 1 секунда ток откатывается назад в сеть. Вот. Нагрев, значит, его вот этой лампочки, нагрев я вот мерил вот этим градусником. 73 градуса. То есть вполне нормально для отопления. 73 градуса он нагревается за 1/10 секунды и не остывает, не успевает остыть, опять идет импульс. Как видите, на самооткате, вот видите, взял, откатил, взял, откатил, взял, откатил, взял, откатил. То есть самоиндукция. Тут физика, даже годится и физика, самоиндукция. Проходили все. Вот она и есть, на самоиндукции работает. То есть на обратной энергии. Берет, лишний ток откатывается в сеть, а нагрев, как я мерил, вот на этом термометре, 73 градуса. То есть нагрев 73 градуса. Можно еще померить. Если там. Сейчас, чтобы видно было. Видите, 46 уже. Соскакивает. 57, 62, 65, 68, 71, 74, 76, 78. 80, 82, 83, 93,7, 94. Видите, я даже ошибся, потому что, видать, он постепенно прогрелся. А сразу был 73, а сейчас уже, видите, 94. В общем, 94 градуса, как видите. Примерно, почти 100, может и до 100 дойдет, это я ж мерил, когда только включил, мерил. А сейчас прошло уже где-то минут 15, уже 94, я думаю, до 100, в общем, 100 градусный. Получается 100 градусный обогреватель. Это в баночку зимой, как и обычно, вот баночка есть, а я уже внес, сейчас уже зимы нет, ну на следующий год. Баночку и будет обогревать 100 градусов. Вот эту комнату обогреет. Вполне нормально. То есть, как видите, ток откатывает. То есть, обогреватель бестопливный. Взял назад. Взял назад. То есть, на реактивной и обратной энергии работает. Так, схема
применяется, значит, вот такой вот трансформатор, 12 вольт выдает, 6 ампер, и применяется реле Амрон, 1/10 секунды ставится, вот, 1/10 и 1 секунда. И получаем вот такой вот для маленьких помещений обогрев, бесплатный. Благодарю вас за внимание, желаю крепкого здоровья и успехов в труде.